Друзья, добро пожаловать на Ти-Джим, меня зовут Таня, и сегодня мы с вами сделаем небольшой обзор спортивной одежды, так как совсем недавно я сделала такую глобальную ревизию в своем гардеробе и избавилась от, наверное, 90% всей моей спортивной одежды. И, в общем-то, я осталась с двумя какими-то лосишками, топиком и решила... Таня, пора купить новой спортивной одежды. Так что, если вы фанат спортивной одежды и кроссовок, то это видео вам будет точно интересно. Давайте, наверное, начнем с одежды из кроссовок, которые я заказала с помощью сервиса Бандеролька. И многие уже видели, кстати, эти комплекты у меня в Instagram, и все просто накинулись на меня с вопросами: Таня, как ты заказала Gymshark в Украину? Потому что Gymshark — это такая мейнстримная компания спортивной одежды, которая, наверное, практически всех за зарубежных атлетов спонсируют. Я бы просто уписалась от счастья, если бы они мне предложили сотрудничество, потому что я уже пускаю слюни на их одежду очень и очень давно. Я уже, кстати, не первый раз заказываю через Бандерольку. Еще когда-то давно я заказывала себе комплекты от Victoria's Secret. Вкратце расскажу вам, что такое Бандеролька. Это такой сервис, с помощью которого вы можете совершать свои покупки в США. Дело в том, что что-то у нас стоит в 3-4 раза дороже, нежели в США. Вот, к примеру, это будет история с кроссовками. А что-то тяжело достать, опять же, какие-то бренды. Этот сервис работает так, что вы получаете в США свой адрес, на который приходят все ваши покупки. Кстати, их можно совершать с совершенно разных сайтов, что я тоже, в принципе, и делала. И, кстати говоря, этот адрес находится в безналоговом штате, что уже, в принципе, экономит ваши деньги. И когда все уже ваши посылки приходят на этот адрес, они все вместе скомпоновываются, упаковываются и уже отправляются вам в Украину, в Россию, где вы находитесь. На сайте Бандерольки вы можете просто делать заказ, используя все функции, выбирая размер, вставляя ссылку на сайте, на сам товар, или же воспользоваться личным помощником. Мне просто каждый раз писали все действия, которые они выполняют с моими посылками, и, в принципе, я все довольно-таки быстро получила. Так что, если вы хотите заказать то, о чем давным-давно мечтали, с какого-то сайта, какую-то крутую спортивную одежду, кроссовки, какие-то джинсы Levi's, которые там гораздо дешевле стоят, очень вам советую ребят из Бандерольки, и ссылку на них я оставлю вам в описании под этим видео. Ну что ж, давайте перейдем к моим покупкам, и я, естественно, начну с Gymshark, и моя любовь к этому бренду на расстоянии, даже не попробовав их леггинсы, их одежду, началась именно с этой модели, это Flex Leggings, и я, если честно, когда зашла на сайт, я удивилась, насколько доступные цены. По сравнению с другими леггинсами, которые я вам покажу, это самые, это одни из самых дешевых, из всевозможных цветов, которые там были в выборе, а их на самом деле очень много, я решила взять вот такой необычный цвет персика. Главный плюс этих леггинс в том, что здесь использована система вторая кожа. Вот эта вот ткань, она похожа очень на термобелье. Здесь есть такие интересные вставки с этой же ткани, это не отдельные какие-то швы, то есть здесь как таковых швов, здесь их нет. Но с помощью вот этих вставок под ягодицами, где-то еще здесь на икрах они использованы, создается какой-то объем, что ли. То есть когда я их надеваю, я прям чувствую себя такой, ох, мамаситой, в общем, ну, с такими прям ягодицами, с ляшечками, то есть мне такой эффект нравится. Также один из плюсов этих лосин в том, что в них просто нереально удобно заниматься, в плане того, что ничего не тянет, ничего нигде не впивается, то есть в них классно растягиваться, к примеру, в них классно приседать. Но об этом чуть попозже. Из минусов. Если вы будете заказывать эти лосины, обращайте внимание на то, что они идут чуть-чуть на размер больше. Если обычно я заказываю себе размер M, эти лосины размера medium, они чуть-чуть больше мерят. То есть я буду заказывать еще их, но я буду заказывать уже в размере S. Также из минусов хочу заметить, что уже в процессе носки, в процессе стирки, я немножко замечаю, особенно это видно на топе, что в этой резиночке здесь есть такие маленькие ниточки, они потихонечку начинают вылазить. Прошли ли эти леггинсы тест на приседание? Я бы сказала 8 из 10, так как я надевала специально черное белье, и я как-то не особо видела, что что-то там просвечивает. Единственное, я слышала, что леггинсы, которые идут серого оттенка, когда мы приседаем и натягиваем ткань на области с ягодицами, там немножко просвечивает именно кожа. То есть можно иметь это в виду. Но так как у меня такой вот цвет непонятный вместе с кожей сливается, то я такого не замечаю и спокойно их надеваю на день ног. Ну и, как вы поняли, я также взяла себе топик из этой же коллекции. Он стоил $35, то есть лосины 38, топик 35. Ну, вполне себе нормально. То есть комплект получается...
Вы посчитайте сами. В общем, как раз на этой резинке отчетливо видно, что начинают как-то морщиться, а вот эта резиночка, вылазят ниточки, но если ее как-то вот хорошенько так потянуть, вроде бы все становится на место. В самом топе есть специальные вставные чашечки, это просто необходимость для меня, они могут убираться, и сам по себе топ очень хорошо выполнен. То есть, ну, как бы, я не знаю, отличный топ, что еще можно сказать? Итак, следующие лосины от Gymshark, я уже сразу могу вам сказать, что это самые мои любимые, самые комфортные лосины, которые у меня только были вообще в жизни. Это относительно новая коллекция Seamless, и они стоили $50, уже немножко дороже, но, блин, $50, ну это, ну сколько, 1400 гривен. Ну, как бы, я думаю, что для такого качества это просто отличнейшая цена. Цвета я решила выбрать цвет индиго, и мне он показался самым таким контрастным и интересным в плане сочетания с кожей. Кстати, я не сказала, Flex лосины идут с немножко такой заниженной талией, то есть не все это могут любить, но у них есть сейчас новинка такого же формата, только с завышенной талией, и я думаю, что как раз в следующий раз я ее куплю. А вот Seamless лосины, они идут с таким хорошим, таким широким бортиком, который поднимается прям, ну, очень высоко, и мне это очень нравится, потому что я сразу чувствую, будто бы у меня талия сжимается. В общем, я в восторге. Мне просто нужно немножечко сил, чтобы наконец-то снять это видео, потому что я его уже снимаю третий раз. Первый раз у меня не записался звук в микрофоне. Второй раз я была просто в расфокусе полнейшем, так что давайте сделаем это еще раз. Ну и как вы поняли, к этим лосинам я взяла такой же топик, такого же оттенка. Он уже идет $35, то есть комплект получается $85, вполне себе нормально. Ткань уже идет немножко полегче, она такая двойная здесь, сменные чашечки, которые можно вынуть по желанию. В общем, отличный топик, отличный комплект. И вообще, я хочу сказать, что мой первый опыт знакомства с Gymshark одеждой очень даже удачный, даже несмотря на то, что лосины первые были немножко большеватого размера, но я буду заказывать еще с Gymshark, и точно через бандероль, потому что по-другому уже даже не знаю, как заказать эту одежду. Итак, следующие лосины, дизайн которых стал очень популярен, и даже несмотря на то, что на официальном инстаграм аккаунте этого бренда стоит значок авторского права, их копируют просто все, кому не лень, все китайские сайты, и признаться вам, в свое время я даже заказывала копии этих лосин на AliExpress. Как вы могли догадаться, это популярные сок леггинс от бренда Bon Michel, и я их очень давно хотела, особенно в этом сером цвете. На самом деле эта модель, она не новая, она довольно-таки старая, у них сейчас много новых интересных моделек, но когда я зашла на сайт Bon Michel, я увидела, что эти лосины стоят $82. Ну, мне кажется, это многовато, это, откровенно говоря, это многовато для лосин, но я решила их все-таки заказать. Самое классное в них, это, конечно же, дизайн необычный, это очень круто смотрится, это очень сексуально смотрится, вот особенно серый оттенок, он действительно выделяет ягодицы, я не устану повторять, что именно вот такой вот серый оттенок очень выигрышно смотрится на ягодицах, на ножках, но у них слишком много минусов за $82. Первое, это ткань, она, конечно, мягкая, классная, эластичная, но она просвечивает, это просто недопустимо для лосин, для фитнес-лосин. Я специально надевала черное белье, и да, они, конечно, просвечивают, поэтому их вариант только надевать на день верха, когда вы не приседаете, не делаете какую-то тягу, то есть у вас не будут видны ваши трусики, ну, конкретно говоря. Конкретно у этих лосинок идет средняя посадка, я знаю, что у новых моделей идет с высоким бортиком, и здесь уже я даже вижу, что торчат нитки, то есть я вот так вот тяну ткань, и ниточка начинает разлазиться за $82, еще раз, на секундочку, вот она. Не совсем аккуратно смотрится вот этот переход от ткани к этим носочкам, то есть тоже не совсем понятно. За $82 я могу купить двое, а то и трое крутых пар лосин, к примеру, у того же Gymshark. Давайте перейдем к следующему комплекту, обзор на который я хотела сделать уже очень давно, и я тоже мечтала об этих лосинах. Многие из вас меня просили попробовать эти лосины, рассказать вам о своем мнении. Скажу вам честно, что этот комплект мне прислали на обзор как блогеру, но я вам буду говорить действительно свое честное мнение, все, что я думаю о этом бренде. И это, как вы догадались, лосинки от Мироновой, от популярного
инстаграм-блогера. Но, что хочу сказать, ткань здесь действительно очень качественная, она очень мягкая, приятная к телу, эластичная. И вот знаете, когда надеваешь эти лосины, есть ощущение того, что у тебя ноги вроде бы худее начинают казаться, и твои ляшечки уже не такие ляшечки. Вот этот лайфхак с трусиками, да, которые они здесь выполнили спереди и сзади, он, конечно, не делает прям супер-пупер ягодицы. Здесь нижний шов, он не так сильно впивается под ягодицы. К примеру, если сравнивать с леггинсами от Bonafide, если вы помните, у меня были такие розовые, они довольно комфортно сидят и ничего нигде не давят. Здесь такая средняя посадка, она не слишком завышена, и эти лосины просто на 100% прошли тест на приседании, ничего нигде не просвечивает. И, кстати говоря, за счет того, что здесь внутри идет такая дополнительная сеточка-подкладка как раз по области вот этих трусиков, которые здесь якобы, да, пришиты вроде бы. Поэтому я лично надеваю на тренировку стринги, иногда бесшовные, иногда со швами, поэтому на этих леггинсах они вообще никак себя не проявляют. И, внимание, они стоили 6000 рублей! Это, конечно, многовато, то есть, ну, это в районе, сколько, $90, я не знаю, сколько сейчас рубль. И вот эта цена перечеркнута, то есть сейчас они стоят 4200, ну, то есть сниженная цена, так как это уже не новинка. Все равно дороговато, конечно же, что я тут сказать. В комплекте с этими лосинами взяла также вот такой вот кроп-топ-футболку. Скажу вам сразу, я не советую эту топ-футболку приобретать, и сейчас объясню почему. Во-первых, здесь нет чашечек, подкладок, которые можно даже вставить, то есть нет мест, для даже не предполагается под какие-то чашечки в этом топе. Это не совсем комфортно, это непрактично, то есть нет какой-то поддержки груди вообще, неважно, какая у вас пара размеру грудь. Во-вторых, если в вашем тренажерном зале прохладно, лично в моем зале сейчас просто полнейший дубак, мне кажется, они экономят на отоплении, то, ну, ваши антенки направятся по направлению, не знаю, в космос куда-нибудь. Лично для меня это немножечко конфузно, поэтому я надеваю под эту футболку дополнительный топ. То есть это как-то не совсем уже логично. Ну и во-вторых, или уже в-третьих, конкретно эта ткань и формат футболки, где очень хорошо прилегает ткань к подмышкам, это не совсем функционально для спорта, потому что все мы потеем, и когда я тренировалась, у меня просто гигантские круги от пота были под мышками, поэтому я не совсем люблю вот такой вот формат с футболками, какой бы он ни был, это не совсем комфортно, вот честно мое мнение. Так, с одеждой мы закончили, я надеюсь, я вас не сильно утомила, и у меня осталось еще двое пар кроссовок. Я фанат Nike, вот реально, если выбирать из всех брендов кроссовок, наверное, вот Nike по их дизайну мне нравится больше всего, поэтому я решила заказать себе двое пар кроссовок для фитнес-тренировок, то есть для функциональных тренировок. То есть если вы выбираете кроссовки для фитнеса, для функционального тренинга, где у вас много прыжков, у вас должна быть устойчивая и одновременно подвижная ваша ступня, то в первую очередь обращайте внимание на дышащие ткани, на легкую, вообще на легкость этих кроссовок и на подошву. Она должна хорошо двигаться, должна хорошо сгибаться без каких-либо препятствий. Вот здесь даже видно. Я решила взять себе черный вариант. У меня, кстати говоря, никогда не было черных кроссовок. Удивительно, но это факт. Поэтому я решила исправить эту ситуацию. И также я решила взять вот такие классные кроссовочки в формате носочка. Вот просто как по маслу в них влезаешь, быстренько, хоп, и все, пошел на тренировку. Здесь, кстати, такая поверхность идет, будто бы прорезиненная. То есть их очень будет легко мыть. И, кстати, на сайте почему-то я их видела более в сером оттенке. Но вот в реальности я смотрю, и они такого нежно-бирюзового или... Я не знаю, как этот цвет называют. Но у меня еще, кстати, в планах заказать себе конверсы с прочной плоской подошвой специально для того, чтобы делать приседания и какую-то тягу, для того, чтобы ягодицы прочувствовались еще лучше. Если вы надеваете обувь с плоской подошвой и делаете приседания, то ягодицы вы будете чувствовать гораздо-гораздо лучше. Это, кстати, такой небольшой лайфхак для вас. Я надеюсь, что в третий раз мне удалось снять это видео. Фух, мне кажется, я даже немножечко вспотела. В общем, я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Если это так, обязательно ставьте большой пальчик вверх. Я надеюсь, что мои советы, рекомендации, мои честные отзывы о каких-то брендах вам действительно помогут в вашем правильном выборе. И если у вас есть идеи, чтобы еще попробовать, какую одежду, какой бренд, на какие лосины или на какие топики дать вам свой честный отзыв, то обязательно пишите об этом в комментариях, и я куплю эту вещь, и в следующем видео расскажу вам, как я это все
все дело протестила и стоит покупать это или нет. Ну а мы с вами встретимся уже в следующем видео. Всем удачи, пока-пока!